Сделать добро просто. Благотворительное мероприятие в поддержку случанки Вероники, которая борется с довольно редким и агрессивным видом рака, прошло в Слуцке. Для гостей выступили стилист и визажист Ирина Бранкевич, тренер и сертифицированный диетолог Ольга Королькова, косметик-эстетист Екатерина Синченя, мастер по уходу за волосами Ольга Бирюк и блогер Ксения Ивашко. Встреча прошла более чем продуктивно. Случанки поддержали Веронику, которая уже проходит в химиотерапию. На самом деле это очень важно, и я все-таки считаю, что нас много, и мы действительно можем помочь, мы действительно можем как-то повлиять на судьбу человека, и если у нас есть такая возможность, почему бы этим не пользоваться, и почему бы этого не делать. Я визажист, я занимаюсь стилем, мне это интересно. На самом деле изучаю это очень досконально, очень много обучаюсь, очень много читаю, очень много смотрю. Но больше, наверное, пока для себя, скажем так, моя тема будет... Мне хочется больше диалога, мне хочется больше вопросов, возможно, мне хочется вытянуть из вас какую-то информацию, опять же, да, чтобы мы все вместе решили, что хорошо, что плохо, что нужно, что не нужно, как можно носить, как нельзя носить и так далее. Немножко расскажу про стиль и, конечно, как сделать макияж за 5 минут. Это первая попытка сбора денег на дорогостоящую операцию для 35-летней мамы двоих чудо-малышей, у которой прогрессирующее заболевание. Наше мероприятие сегодня посвящено благотворительному сбору в помощь Веронике, которая с диагнозом рак. Что бы мы хотели донести данным событиям и данным мероприятиям, это то, что вместе мы можем оказать намного больше поддержки и помощи людям нашего города, которые оказываются в сложной ситуации. Мы благодарим всех, кто пришел поддержать Веронику. И цель нашего мероприятия – это в первую очередь привлечь внимание всего города к тем людям, которые оказываются в сложной ситуации. Поэтому вместе мы можем сделать намного больше. Вместе мы сможем намного больше оказать поддержки семьям, которые находятся в сложной ситуации. Шанс излечиться есть. Как быстро данный рак прогрессирует, так же быстро и лечится. Присоединяемся к помощи и вместе пытаемся помочь этой милой случанке.